Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные ажурные блинчики на кефире. Тесто готовится с добавлением крутого кипятка. Блинчики получаются нежными и эластичными. В них можно заворачивать любую начинку. Множество дырочек придает заварным блинчикам красивый, аппетитный вид. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Вливаем кефир. Еще раз перемешиваем. И начинаем добавлять муку. Подсыпаем ее небольшими порциями в несколько приемов, одновременно просеивая через сито. Размешиваем до получения однородной массы без комочков и даем тесту отдохнуть 10 минут. Затем вливаем небольшими порциями 250 мл крутого кипятка. При этом массу все время непрерывно и быстро мешаем. Добавляем соду, хорошо перемешиваем и смотрим консистенцию. При необходимости доливаем еще немного кипятка. Я добавила 50 мл. Дальше вливаем подсолнечное масло и размешиваем до однородности массы. На этом приготовление теста закончено. Переходим к выпеканию. Хорошо разогреваем сковороду. Смазываем ее немного подсолнечным маслом и наливаем порцию теста, равномерно распределяя его тонким слоем по всей поверхности. Важный момент. Жарим блинчики на сильном, практически максимальном огне, иначе дырочки не получатся или их будет крайне мало. Каждый готовый блин сразу смазываем сливочным маслом, пока он еще теплый, и выкладываем стопочкой друг на друга. Сковороду смазываем только один раз, перед первым блинчиком. Больше не нужно. Выпекаются блины очень быстро, буквально по 1-2 минуты с каждой стороны, только успевать переворачивать. Вот и все. Нежные ажурные блинчики готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.